Добрый день, меня зовут Максим, я являюсь директором по продажам. Немного расскажу про то, как я выбирал данный автомобиль. У меня был выбор между BMW, между Audi и Infiniti. Вот в этом автомобиле сочетается, наверное, все то, что я хотел видеть в своем новом автомобиле. Динамика, комфортный салон, потрясающие фары, это низкий профиль резины. Данный автомобиль может позволить решить любые проблемы на дороге. То есть, если вам надо обогнать кого-то, это педалечку нажал, и машина поехала. Садясь в салон этого автомобиля, я сажусь с гордостью. Красная кожа. Кайф, который ты далеко не во всех автомобилях этого класса можешь встретить. Ну, это, в принципе, факт. Люк. Ощущаешь вообще какое-то такое безмерное пространство. Это была покупка сочетания эмоциональной и рациональной. Учитывая то, что был некий бюджет, который я себе отводил на покупку нового автомобиля. Мне нравится автомобиль внешне, мне нравится автомобиль внутри, мне нравится, как он себя ведет на дороге. И отрицательных моментов я не заметил в этом автомобиле вообще. Дизайн в сочетании с матовой пленкой, он заставляет просто получать тысячи взглядов. Некоторые останавливаются и спрашивают, что это за автомобиль, некоторые просто заглядывают в него постоянно. Kia Stinger – это драйв, эмоции, секс, наслаждение. А это автомобиль, которым можно пользоваться каждый день.